Череп, Фриц, Лысый, а я Боров. Ваш сын дома? Да, он у себя наверху. Заходите. Здрасте, а Максик дома? Да, наверху. Тогда мы идем к нему, попробуем что-нибудь новенькое. Хорошо. Клевое местечко. Где Макс? Там. Добрый день. А, да. Это и есть маленькая Анечка. Какой у тебя милый зайчик. Пойдем, я покажу тебе настоящего зайчика. В реальной жизни вы бы защитили своих детей. Почему бы не сделать этого в интернете?